Всем привет, с вами я, Супер, это будет модернизирование других наборов. Вот, я использовал, значит, набор от Лего внедорожника 4x4 и сделал вот такую радиоуправляемую махину, так можно сказать. Я убрал от этого ротор, вот, крутящийся элемент. Вот, и теперь она ездит только вперед и назад. Сейчас я вам покажу, как это все легко впихнуть. Значит, аккумулятор как-то вот так впихнул, не знаю зачем. Убрал вот эту которую штуку и вместо нее поставил радиоуправляемый датчик и сюда один мотор. Мотор делает, во-первых, крутит вот эту часть, два вот этих двигателя типа, и сзади колесики. То есть она ездит. Сейчас я вам покажу. Вот как-нибудь вот так покажем. Берем радиоуправление и... Как видите, она неплохо застревает только в копчиках. Вот. А так все прекрасно. Вот. И только в копчиках. Если на ровной поверхности она будет ей кататься, вообще будет замечательно. Так что такие дела. Еще сейчас давайте на паузу поставлю и вторую модель покажу. Это Лего гусеничный кран.